Новый выпуск по Clash Royale совсем недавно. Я делал открытие кейсов, как мне навалилось в ЛС просто куча аккаунтов, в которых по два легендарных, по два супермагических, даже есть аккаунт, на котором скоро будет 5, а то и 6 супермагических сундуков. Но там надо еще задонатить гемов, короче, там надо немножко подождать, если такой выпуск хотите, где я на одном аккаунте открываю 6 супермагических сундуков. Прямо сейчас подпишись на канал, нажми на лайк и включи колокольчик, чтобы этот выпуск не пропустить. Ну и для своих фанатов хочу напомнить, что я создал еще один канал. На канале я буду стримить открытие кейса, я буду стримить папки, я, возможно, буду еще какие-то ПК-игры стримить. Короче, там уже прошел первый стрим, стримы я не удаляю, они в общем доступе. Можете подписаться, посмотреть стрим, нажать на колокольчик. Вот смотрите, нажимайте на колокольчик, сообщать мне о всех новостях канала и нажимайте сохранить. Подписывайтесь на мой второй канал, ссылка в описании, это, конечно, третий канал, но неважно. Там каждый день будут стримы, пожалуйста, приходите, буду рад вас видеть. Ссылка на канал в описании, друзья. Я не знаю, кто это, сын маминой подруги, сын папиного брата, сын Илки, кто это? Я не знаю, просто, реально, может мне тоже так падают сундуки, просто я их когда не коплю, так не замечаю. Но мне такое ощущение, что они вообще не выпадают, либо я редко играю, не знаю. Как они умудряются сколько сундуков выбивать? Как? Просто, два легендарных, один супермагический, сундук с молнией. И все. Сейчас мы их, естественно, откроем, друзья. Выбьем ему, надеюсь, максимально легендарных карт. В общем, давайте, прежде чем мы начнем открывать их, я быстренько составлю колоду, которой мы пойдем играть в глобал. Пока что у нас Темный принц работает, его не пофиксили. Я возьму старую добрую деку Голем Торнадо 2 принца. Не знаю, вышла уже обнова на момент публикации этого видео или же нет, но я пока могу себе позволить последние дни, последний раз поиграть с этой декой. Так, там еще был Мега Миньон. Ой, 6 уровня Мега Миньон. Плохой Мега Миньон, плохой. Давайте тогда 3 миньончика возьмем. Я хз просто. Жаль, что Мегамуха у нас не прокачан. Мега Миньон, так. Ну да, вот как-то так. Проверим вообще, как на этих кубках. Я готов, ребята. Надеюсь, вы лайк поставили. Если у вас что-то есть подобное, только, пожалуйста, не надо мне скидывать скрины, где у вас супер магический, просто легендарный, магический, там еще какие-то. Надо, чтобы два, как минимум, было либо легендарных, либо два, как минимум, супер магических. И не так, чтобы супер магический один вот здесь в инвентаре, а второй где-то в квестах или там, не знаю, где вы там еще, в магазине. Увидели его. Нет, надо, чтобы вот здесь на панели была красивая картинка сундуков. И только два легендарных, либо два супермагических. Можно, конечно же, больше. Вот тогда пишите, я обязательно сниму на вашем аккаунте видосик. Ну что, поехали, начнем с сундука с молнией. Понеслась, 600 золота, элитные варвары. Оба, мегамуха. Я не знаю, хватит нам золота или нет. Я решил, давайте элиток прокрутим. Я решил, ребята, открывать сундуки со звуком. Мне прошлое видео зашло. Эпики. Давайте покрутим, может, голем выпадет. Палач. Молния. О, торнадо. Так. Смотрите, ему супермагический следующий выпал. Блин, хоть сейчас останавливай запись и пиши ему в ВК, давай набьешь супермагических и потом открою. Кстати, друзья, я забыл сказать. Он просил прорекламировать его клан. Ребята, у кого 2400 кубков, вступайте в его клан. Вот хэштег, вот название. Если зайдете в клан, напишите ему, что вы с моего видоса увидели на ютубе их клан и вошли. Заходите, 2400, не такое уж и большое, кстати, небольшие требования. Обязательно, и передавайте привет, когда зайдете. Что, все это везде, везде мы посмотрели, да, это все сундуки, которые можно было открыть до этих топовых. Начнем с магического, понеслась. Подрывник, копейщики, ракета, мини-пика. Три эпика, если сейчас падает, будет лего. Нет, гигант. Четыре шарика. Вот если бы четыре шарика выпало перед... перед гигантом, хотя мало рарок выпало. Так. Ну что, откроем два легендарных, а после этого откроем супер магический. Поехали. Легендарный сундук. Лего. Гром. Да, кстати, новая карта. Может, с ним поиграем? Сейчас посмотрим. Так, поехали второй сундук.
Капец, леги вообще фармятся, как обычные карты. Нормально. Бандитка новая, нет? Нет, бандитка уже была. На второй уровень бандитка. Так. А, можно взять, конечно, грома нам в деку вместо миньонов. Ну, хз. Сейчас посмотрим. А хватит нам прокачать мега миньона? Да, хватает. Да мы, наверное, прокачаем мега миньона на 7 уровень. Да, давайте. Давайте это, этим потом займемся. Поехали, супер магический сундук откроем, а потом сходим в глобал. Так. Ой, сборщиков сколько. Хижина гоблинов. Так, давай эпики, давай эпики, давай эпики. Куча команок. Вот сейчас, вот прям сейчас реально вот эта ячейка под эпики. Вот сейчас вторая вкладочка карт. Это эпики, а дальше легендарки. Должны логически быть. А там не знаю, как сейчас суперсал распорядится. Я закрою глаза. Да, лего, 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 лего. Дракончик на 5 уровень. Замечательно. Легендарыч, поехали. Я не... ты чего? Ты... И как узнать теперь, какая легендарка нам выпала? Ребята, это был мега-рыцарь. Я не знаю, мне вот хочется сейчас обматерить хозяина, хотя, по сути, это ему благодарить его должен за то, что он мне предоставил аккаунт. Но, черт возьми, в такие моменты заходить, прямо вот когда выпадает лего, нам очень сильно повезло то, что выпало лего, которой у него не было. Поэтому мы сейчас можем видеть, что это был мега-рыцарь. Но если бы выпала лего, которая уже была у него в коллекции, как бы мы узнали? Я там, например, не чекал, какие леги у него прокачаны, какие нет. Это там на видос бы уже смотреть, какая прибавилась. Честно, вот обломал. Вот весь кайф обломал. Вот выпадение леги, вот, и он заходит в игру. Ну вот тут просто, ну бомбит. Ну зачем так делать? Дал мне аккаунт на видос, я открываю сундуки, он ломится в аккаунт. Может случайно, не знаю. Но обидно. Обидно, что это произошло прямо на видос. Просто слов нет. Ладно, погнали, сходим в онлайн-каточку. Я не знаю, взять громоверца или взять мега-миньона. Я возьму мега-миньона, наверное. Где тут мега-миньон? Давайте прокачаем его на 7 уровень. И возьмем вместо вот этих мышей. Ой, дракошку. О, можно дракошку прокачать на 5 левел. Давайте прокачаем. Если вдруг то золото, которое я сейчас потрачу, ему надо было, я ему компенсирую гемасиками. Хотя давайте я сразу компенсирую гемасиками, чтобы не было потом никаких ко мне претензий. Давайте 500 гемов донатим. 500 гемов за то, что потратил золото. Просто, ну, мало ли, вдруг будут какие-то вопросы. Все, 500 гемов задонатил. Надеюсь, я ему золото компенсировал. Все. Вот такая вот прокачка. Поехали в бой. Надеюсь, не будет он меня выбивать, просто я не понимаю такого. Дал на видос и блин, вот вошел в самый ненужный момент. Ох и подписчик. Так. Так. Нету у нас сборщика в начале. Где сборщик? Я его вообще в колоду взял. О, у него тоже 5-й дракон. Угу. Слушайте, а со звуком прикольно играть. Слушайте, ну мне надо крутить деку, поэтому я... Сборщик, самая последняя карта. Какая прелесть. Так. Отлично. Я до сих пор не знаю, что за карты у него еще есть, потому что... Они не снесут мне главное здание, если я сейчас... А, все нормально. Прикольно, прикольно. Хок, бандитка, рейдж. Так. А был фаер или мне показалось? По-моему, был фаер. Ставим голема. Ну и сейчас будем на треху, короче, идти. Правда, эликсира у меня мало еще. Так, сейчас надо дракона убить. Так, тут... Короче, теряем башню, я тебя понял. Еще и рэч кидает. Так, дракон.
обычного принца или темного? Да, обычного. Обычного принца. Третий голем, конечно, слабенько. Слабенький, мне кажется. Но играть можно. Противники так себе. Дракончик, если бы ты вот помог бы Мегаминьону убивать мышей, отлично. Да, дека топовая, блин. Жаль, я не знаю, после того, как темного принца пофиксят, не знаю, как она будет потом работать. Но на данный момент я эту деку просто обожаю. Короче, я бы мог ему сейчас нормально поднять кубков, но я этого делать не буду. Плюс 30 кубков, и чё, какой сундук нам следующий падает? Серебряный. Эх, жаль. Короче, друзья, вот как-то так. Ставь лайк, если понравилось открытие. Конечно, вот обломал он нас в последний момент. Очень сильно. Я вот недоволен. Я вот недоволен открытием остался. Вот серьезно, вот в последний момент вот взял и обломал. Вот зайдите к нему в клан и напишите. Нехорошо, нехорошо заходить на аккаунт, когда даешь ты его на видос. Тем более, но я, скорее всего, более чем уверен, что он зашел случайно. В любом случае, спасибо ему за то, что предоставил. Сундучки мне было... ладно, будем завершать. Ребят, спасибо за просмотр. Пойду, короче, поругаюсь с хозяином. Скажу, так нельзя делать. Вот, конечно, немножко в грубой форме. Ну честно, ну нельзя заходить, когда записываю, ребят, видео. Ну нельзя заходить. Ну вот неприятно. Мне неприятно, честно. Я благодарен ему, что он дал мне записать. Но неприятно то, что он выбивает. Он знает, что я сейчас записываю видео. Он берет меня, выбивает с аккаунта. Ну вот, а если вот в нужный момент? Он, кстати, зашел в нужный момент. Ладно, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, желаю вам удачи, чтобы вам тоже падали сундуки, падали сундуков легендарки, вам подбирали слабые соперники, чтобы у вас всегда было бревно под бочку, чтобы у вас всегда был запад под инферно. До скорых встреч, друзья, всем пока.